Да. Спасибо. Первая, вторая пати справа заливает глыбы. Третья, четвертая слева. Мурена, спекнись в ретрика. Зуварта будешь танчить. Да, внимательно, ребята, обращать внимание на стаки. Белл дадим, когда появятся столпы, и грозу разнесем. Не забыл внимательно следить, пожалуйста, не летайте. Пока глыбы не разбиты, боссы вообще не начинаем бить. Если вы раньше, если вы забили глыбы, чем другая пачка, то помогите ей, пожалуйста. На месте здесь не стоим, постоянно двигаемся. Да вы издеваетесь? Сорян, это... Не могу, не знаю, честно, такое. В этом случае мы можем стаком внимательно следить, когда двигаться практически. Мардун, разноси по РД пачку. Зумр тоже разноси. Дал, давай. Пару для пачки разнесите. Танк подведи к белому лучше, чтобы мирики могли встать. Вышли. Забежали. Все, побежали. Глыбу сразу разбиваем сейчас. Сколько там осталось? Минута 20-50. Так на офи было у него больше хп, чем здесь. Это сейчас. Пошли, горячка. Пошли дальше, трэш и стреля. Пошли. Стоп, что ли, наканули? Кольцо? Кольцо. А. Да, колечко. Давай, речь, погнали, ребят. Панк, блядь, трэш. РД как можно, хил РД как можно подальше, станьте от них. На максимальный рейндж. Заберите с меня, я затаунтил, заберите. Че по бро? Грудь не нужна никому, что ли? Вы находишься. Сразу пишите, сколько у вас кусков уже есть. По правому чуть больше, по дальнему для РДД. Крести мимик. Погнали собирать весь трэш. Пау пристлок. Пока не бейте, пусть танк соберет. Те, кто тоже нас сейчас притащит.
шапочки. Скажите, они на сову идут? Да. Так, что по кругу? Няшра, тебя поздравляю, сейчас ты будешь РД пачку вести. Че РД пачку? Будешь в туннели водить. Зачем? Ох, покомандовать. Командир Няш. А, подожди, вот Фьюри, ты сможешь в туннеле пачку поводить? Поговорить или меткой побыть? Ну, чтобы они за тобой бегали, ты будешь говорить, что им делать. Можно. Все, я больше туда не ошибаюсь вставать. А можно, пожалуйста, вместе уступить? Мне четвертая шмотка нужна из контекста. Именно в руки. А группе меня сейчас другого сета, там у них фришейтеры были в пост. Это спанчбол. Так, давайте, кто туда идет? Идет Муренок в туннель, идет Вайф, идет спанчбол. А, первая, вторая пати на арене, хоть фу, ты вместе с нами стоишь, диспелишь мобов. Третья, четвертая пачка, все залетают в туннель. Первый танчит Муренок, второй танчит Зум. Знаешь, сможешь метки расставить, распределить медиков? Сейчас вроде, забегу. Вроде, слушай, мы по 4, по 5 даже стояли, вообще пофиг было тогда. Ребята, по поводу лута там уступить, еще что-то. Я как бы сам решил, кому еще отдать. Это не надо озвучивать никому. А, на спанчбов тогда оставаться. Человек, наверное, просил место вообще уступить или что-то такое? Нет, он токен просил уступить. Для пехон ты был в туннеле? Габинок. Все, тогда вместо спанчбола пойдешь. Хорошо. Все остальные милики мы ставим в центре. Заливаем трэш. ДКшки просьбам будет по РТД мобам, которые кастуют, давать сало. Шаман и Вайф. Я думаю, вас должно хватить. Сейчас вот ассиста дам этому. А, да, ассиста сове будет Фьюри. Так, что у нас по миликам? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Давайте, короче, милики, смотрите. Вот как сейчас смотрим на подиум. Вот там возле подиума слева и справа будет два кемпа. Стоим треугольником вокруг босса. То есть босс будет смотреть на нас, соответственно, танк будет стоять вот ближе к нам. И сзади два кемпа будет. А в левом кемпе у нас будет Рога. Давай Blackfly, Селфа, Hard to Kill и Курабеков. Все остальные милики в правом кемпе будут. А, Курабеков давай тоже с нами. Право. Хорошо. Это вот как мы на босса смотрим. То есть... Ну, в принципе, все. Че, я в тоннель? Не-не, вот Фьюри поводит там, ты здесь остался. Нас проблема то, что нет помощника КРЛ именно, РДДшника. То есть на визах все проблемы, в туннеле проблемы за это. Мимика бафните, пожалуйста, если еще не бафнут. А, руку тыкните, пожалуйста. Спасибо большое. РДД хилы, стоим к
кемпами, ну где-то по 3 штуки в кемпе. Друг от друга дистанция 12 метров. Пишите сразу рейндж 12. А по дефолту будем давать 8, но 12 писать будет. От конусных молний убегаем. В туннеле, ребят, за звездой. Там не до хера народу, ну ладно. Что это? Три хила. Не-не, хилы, только шаман и вайф. Все. Зуд, ты чё, ну ё-моё, ну иди уже сюда теперь. Ты пока написал 3-4 группа, не зашел. У меня черта большой моб в туннеле, его он делает рывок, нет, куда далеко. Я тут здесь рыбачек, по-моему, на сервис еще не стоял там. Ну, к большому мобу подходить вплотную сзади. Да, там будет большой моб перед дверью, его надо будет стать себе за жопу к нему. Можно игру держать, пожалуйста, Гайло Колосса? Спасибо. ДПС топаем, если видим, что агро. У нас же не хэм. Ребят, на арене череп для кого стоит? Когда кто ему сверху будет бежать, по краям бегите. По центру нельзя бежать. И пока не бейте его, зачем дарить, мы хэм запустим. Никто не бьет его. Зачем убегать с комнаты, если моб не добитый? Все, хэм не активируется, все, тара туда. Танк там далеко, нет? Зум там теперь. Что, запускаете? Ториму? Ударите кто-нибудь? Запускаете. Все, мобов добиваем. Встаем, мирики по кемпам. Босс на пульс. Киру дайте. Демон. Мирики на макс рейндж. Демон, дистанцию возьми. Либо в мире, либо в РДД. У нас тут 4, ты не тут стоишь. Возле ворот тоже там дистанция. Ага.
Уже от конусов начинаем отбегать. Кранишка чуть дальше от нас. От Миля. Неужели Мирика нормально стоят? Ребят, рейндж держим? Сейчас добьем уже. Че, без смертей получается? Да. Завоеватель удара. Рольтик ему надо. Прнайт расчистит на хрэй, ребят. Это боя. Танки улетать, я вытяну пришел по большому всегда. И вот эти шеи, ребят, кому-то нужны еще? Даш, прости, Солу, просьба, не кастуйте грозу здесь. Он на этом трэше. Выбегайте. С этим аккуратнее, чуть пусть поближе подойдет, чтобы фрей не спулить. Все таунтить. А, лучше с этого больше не грибается, что ли? Ничего себе. Пофиксили? Походу.
Месяц тут? У нас вроде перекура не было. Рел, перекур по своему миру. Фрая в Крэме будет. Моба залезть тут сзади, блядь. Сзади плёточник. Если мы не авкашем на трэш, только на перекурах. Один цветок рядом с большим. Там штанники выпали. А, и ботинки. Трэш. Я все подберу. Я не понял, 1-2 грипа не работает, потом начинает работать. Вначале нужно у него что-нибудь дать, чтобы... Походу. Я думаю, это резкие этот, silent фиксы от Сируса приехали. Ага. Увидели то, что не грипается, и такой фиксим. Дэдмайс, ты её взял на этом боссе? Сивил на критовую ловушку. А, Дэдмайс. Меня не слышно, да? А, я замутался. Конечно. Хорошо. Ты в первом ряде в топе ДПС вот на этом боссе, нет? Ты не в топе ДПС. Ладно. ДК, держишь босса, паладин будешь держать трэш. А, если вы держать большое дерево, ДК и паладин вы держите трэш вместе. Ну, держите босса и дерево вместе. Ведите под грибы. А насчет бимов, ребят, с бимами аккуратнее. Здесь они работают на радиус чуть выше, чем прорисовывать. Значит, подальше идти. Поэтому старайтесь друг от друга чуть подальше стоять. Мили, когда бьете босса, тоже немного даже расклите. По поводу корней, фридом и друиды решив, ханты сами себе могут дать фридом свет.
Вот, на своих надо будет фридом давать. У нас всего три паладина, так что паладина с этим повнимательнее. А касательно пачки из трех хватоплета, мы одинаково кидаем с ДКшником. Ханты вы между собой таунтите его. И касательно мелких мобов, на первых мелких мобов будет давать Инфернала Мордун, на вторых будет давать Весом Ти. У вас есть реги, надеюсь, на Инфернала? Да, есть. Все, отлично. Якс, Рок, смажьте, пожалуйста, оружие на замедление. Трапы ставьте, шаманы на замедление тотемы ставьте. А когда я скажу, паладина первая будет вайв давать мастера ауру на огонь. Нет, бомжа не надо. Ну, у нас 4 ДК проще бомжей, не? Слушай, можешь попробовать? Не, просто лишний раз, чтобы не перелетели на кого-нибудь хлипкого. Рогарь, следующий... Посадьте мамонта, пожалуйста. Во. В деревья. Деревья появятся, абсолютно все свечатся. Некоторых мобов должны одновременно залить. И когда я буду говорить вам стоп-каст, все останавливают каст. Не докастовывайте, ничего. Луч вас выпадает, выбегаете. Дрожание земли начинается, останавливайте каст. Иначе вы полутаете сало в 10 секунд. Ты должен его смазать, когда будет куча мелких мобов, вверх клинков давать, чтобы их замедлить. Милики, когда мы будем добивать мелких, в том числе РДД, вы должны стоять подальше от них. Потому что они будут ауешить очень сильно при смерти. В принципе, босс легкий. Го. Сейчас арчанку. Пуляй. Можете босса не трогать, все равно это бессмысленно. Там плеточник сзади. 500 кхп. Залейте его быстро. Стоп-каст. Дерево. Дерево и фей вместе держите. Далеко не отводи. Тут вот. Стой, стой, здесь грибы есть. Далеко не отводи. Вы расплитесь, милики. Дерево залейте недалеко от большого. Под гриб оставь. Босса обратно ставь. Где тотем? Расслись немного. Во-во, чтобы так Дима не спавнил. Кто первый на Фернала? Я кидаю. Давай, Маридун первый кидай. Фридом, пожалуйста. Дерево спросил. Дерево, свечитесь за босса. Сопка. Потихоньку отходите, готовь ЭМА, сейчас скажу, куда давать. Вайф, ЭМА на огонь давай. Дерево залили. Дерево. Грозовом кастов сбиваю. Стопка. Я забрал, Саня. Я скажу, только забирай. Забирай. Старайтесь вместе. Должна на время будем добить, плюс слопать. Забирай. По хватоплету можешь чуть больше сыграть. По дух, по воде стоп, не типа. Хватоплету больше залить. Дерево быстро. Дерево, все быстро, ребят, максимально быстро заливайте его быстро. Быстрее трэш заливайте. Вода сейчас умрет, вода умерла. Быстрее заливайте, быстрее.
Лиза, оберни руку. Ман, давай тотем. Ребахните его. Держите их вместе. Да. Выйди с черепом. Дерево, дерево тут недалеко, слева, ребят. Стопка. Дайте прикольно. Дима, внимательно. Дерево слева. Все, бейте. Должно одновременно залить. Стопка. По воде меньше. Сбим его выше. Дайте май закроничка будет. По воде стоп. По грозовому чуть больше сыграет. Светите хватоплёта, пожалуйста. Всё, мы можем добивать. Бима внимательно. Войд Фьюри, Киру, Бэр. Дерево. Дерево залит. Дай. Стоп. ТК, если моб на РДД уходит, помогай подтаунчивать, который танк. ДДшики тоже подтаунчивайте. ЭМА готовь. Я скажу, когда. ЭМА. Вэлл, да. Вдоль речки встали все. Дерево, дерево, дерево. Вдоль речки стоим, ждем. Стоп. Стоп-каст. Спанч босс. Куда ты повел? Ты куда? Чего не кинула? Перейдите, короче. Все перейдите. Перейдите, перейдите, все, перейдите. Все, на теперь обратно. Чуть дальше, пройти мельки осторожнее, здесь есть. Дерево. Дерево. Сопка. Переш. Дайте попрессу, пожалуйста. Спасибо. Дима. Аккуратно. Перешли. Перешли. Обратно. Пускай шипешка на ману споет. Сейчас он кинет и перейдем споет. Перейдем, будешь петь. Ты дерево. Ману. Дерево очень далеко. Дерево сзади далеко очень. Быстрее, быстрее, быстрее по дереву. Перешли. Лучше. О, спулился. А, исчез.
Тресните, пожалуйста. На уф, еще кому-то нужно, да? Ребят, пишем, сколько у вас уже кусков. Зумар, есть ДД спек? Спек. После этого босса перерыв на 10 минут. Шкаф тыкните, не ашер сразу самой. Скажи, куда тебя самолить. Этот на мишку можно ролить посох? Да, на оф там. Давайте. На оф на мишку тоже. Вон. Гуляй, Марион. Дайте не ту, пожалуйста. Туда, в тему, дайте ему. А кто танчит? Моренок. С минами внимательно, ребят. Беги, малыш, отошли. Беги. Верни обратно.
Беги, малыш! Пошли. Беги! Мина аккуратно. Че, в обычке бьете, что ли? О, Тимур Курабеков, привет. Привет. Здорово. Миронов, да? Привет. Не, мы просто огонь потушили. Да, я понял. Ты руками его тушил, блядь? Ведром. Каждый, ага. Мирик из-за босса постоянно заходим, чтобы не дамажило. РДДхи учат поближе, которые далеко стоят. Стрел 4 секунды. 3, 2, 1. За спину. А за спину. Причем, кстати, не в боссе, а чуть подальше. Слушай, нет, таким составом можно и карт-моды, в принципе, пробовать. Сейчас разбежались, все, разбежались так же. Мирик и за спину уже. Все, РДДхи вы в черепок ушли. Быстренько. РДДхи вы в черепок. Справа от входа все быстрее идите. Бежим, бежим. РДДхи вы быстрее. Все, тут стоим. Мирик в черепок с танком. РДД хилу еще чуть-чуть к стеночке назад. Ну, там максимально раньше. Бомботу оковы заливаем. Черепок залить, ребят, быстрее. РДД вас касается. Бомба. Сажай. Манекены ебаные, да? Это вообще пиздец. Все, Старик на первой фазе. Рассосались. Первый обстрел будет, надо будет за спину сбежаться. Мины будут аккуратно тоже. РДД в голову. Мирики, низ и тело. Стараемся кривить максимально. Был. Залить надо все части одновременно. РДД по голове чуть-чуть. Что-нибудь другое побейте. Стоп. РДД, ставьте голову, по центру сыграет. Обстрел сейчас будет, приготовились за спину. Мики, сразу. Мина, аккуратно, не взорвитесь. Стопните его. По низу боишь. РДД по голове. А все добивайте же. РДД голову добивай.
Наша три. Я в шоке. Надо Эльдару, короче, скинуть, сейчас тренер упадет, он обратно. Так он на стриме. Так у него есть же. Не, он сам сейчас там. Да у него нету. А, нет, смотри, нету. Эх, какая жалость. Ребят, сейчас разролим, дам дисмей перерыв. Кому ничего надо, можете в ФК идти. А вы Фрей в ХМе били или нет? Ну, конечно. С первого трая убили, нормально все было, ребят. Штанишки не упали, тканевые? Не. Не. Ребят, сегодня еще Ветер с Хэми будет и Йоксарон в Хэми. Если мы не успеем Йоксарона в Хэми, но не сможем, я на понедельник перенесу, у нас еще собрание попробуем в Хэми. В смысле, Йок плюс ноль? Нет. Сейчас. И первый рейд не может, шлакает, сидит. Сколько там, по 4, по 5 миллионов оставляет. Да, сейчас перерыв, ребят, кому ничего не надо, идите. Как разролят, я 10 минут дам. Сова что-то ушел. Это так должно быть? Куда ушел? Не знаю, он дала ранило. Сейчас перерыв будет. Слушай, Тимур Хорбек, что докопался? Я не знаю, там хоть интересно было. Строго еще не надо тебе? Кистевой не надо? А кто вас танчит-то? Зумар и Муренок. Все там, я все разрулил. Да. Пиздец, танки нужны, да? Не, ну они нормальные, типа, танчат. Все, идите отдыхайте. Я могу помочь? Береги себя. Поставьте КБ кто-нибудь, кто не ушел. Яша, тут? Да. Возьми рыбы, если тебе. Ой. Кому перчу телепал жрец лог? Ты что-то просто не увидел. ШП? А. Все. Мне просто в чатик не написал то, что отдали ему. Вдруг просто забыли. Кожа крафтовая, есть у кого-то рецепты? Надо тапки с двумя дырками крыть меткость. Синдор, Рога, по-моему, умеет крафтить.
Чем могу помочь? А сферы рунические, они идут на крафт или на продажу? А тут посланника титанов кто-то делать собирается в десятке? Или кто-то делал, может, тоже?
Да я выкидывать собирался. А что ставить? У меня же сколько там осталось, я просто перезагрузился. Светил. Тоже смотрите, пожалуйста. Шкаф поставьте, пожалуйста, блоки.